Особый ритуал для военных. В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск Национальной гвардии России состоялось торжественное вручение боевого знамени. Это символ доблести и чести, объединяет воинскую часть и определяет ее принадлежность к вооруженным силам страны. Торжественный момент приурочили к 25-летию подразделения. Чем и кем известна Сыктывкарская воинская часть, расскажет Наталья Юрина. Строевым шагом под звук оркестра, вручение символа доблести и чести по всем правилам и канонам. Особый ритуал, важный и значимый. Боевое знамя пока в чехле. Меньше чем через минуту его передадут командиру воинской части. Для вручения воинской реликвии прибыл начальник штаба Северо-Западного округа Росгвардии России генерал-лейтенант Андрей Пешаков. 13-му центру подготовки личного состава войск Национальной гвардии Российской Федерации вручено боевое знамя как официальный символ и воинская реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций. По знамени можно определить воинскую часть, ее месторасположение и ведомство, к которому оно относится. Полотнище крапового цвета расшито с двух сторон. С одной стороны гербы России и Росгвардии, с другой – эмблема Сыктывкара. На скобе – именная гравировка. 13-й центр подготовки личного состава был сформирован, тогда еще 110-й инженерно-саперный полк, во внутренних войсках для подготовки младших специалистов инженерной службы. Первый выпуск младших специалистов инженерной службы прошел в 1997 году, где было выпущено первые специалисты в количестве 315 человек. В стране центров подготовки личного состава войск Росгвардии 6. Такое профильное, единственное. Здесь готовят военнослужащих по 9 специальностям. Передает свои знания курсантам Андрей Кветкин, награжденный Орденом Мужества. В 2009 году служил в Чечне на спецоперации, нашел мину рядом с местом расположения отряда. Проверив территорию, обнаружил более 200 взрывных устройств. Ловушки обезвредил, обеспечив своей группе безопасный проход. Внимательность, мужество и отточенные навыки Андрея Кветкина спасли отряд от братской могилы. Практически со всеми общаюсь до сих пор, то есть как бы, скажем, в свободное от службы время в соцсетях. То есть и многие приезжали на обучение сюда. Каждый из нас герой в своем направлении. Вот, то есть, ну, скажем, кто-то более отмечен, кто-то, скажем, выполняет подвиги, которые не все знают, не все видят. За годы работы воинская часть подготовила и направила войска более 25 тысяч военнослужащих. Сегодня здесь обучаются 350 курсантов. Среди них и Сергей Акуратин из Мурманской области. Любовь к технике привил отец еще в детстве. По окончанию школы пошел учиться на программиста. Когда мне исполнилось 18 лет, то есть я взял академический отпуск специально, чтобы пойти в армию. Как меня это заинтересовало и стало более обширно, чтобы я понял, что это такое. Может, мне понравится, может, нет. Для будущего. После того, как я поступил сюда на технические средства охраны обучения, так как это более связано с программированием и всякими вот этими отраслями, я заинтересовался в подписании контракта и прохождении дальнейшей службы на контракте. В начале октября воинская часть отметит 25-летие со дня своего образования. Четверть века пройдет в праздничной атмосфере. В концертном зале Сыктывкар запланированы торжественные мероприятия. Наталья Юрина, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».